Ребята, я сегодня вам обещала ролик, он выйдет, но чуть позже, потому что я снимала для вас сейчас еще один. Да, прямо сейчас. И давно таких не было роликов, которые я еще снимала, но сегодня выйдет просто ролик-бомба, просто жесть. Иду в офис, чтобы видосик загрузить. На моем канале вышло то самое видео, про которое я вам рассказывала. Что значит это то самое? Это какое такое видео? Жесткое такое, интересное. Ой-ой-ой-ой. Да, поэтому свайпай. Безумно приятно, что вам понравилось это видео. Если ты его еще не видел, то обязательно свайпай и смотри его. А в четверг вас ждет еще одно не менее крутой видос. На моем канале вышло новое видео, обязательно свайпайте и смотрите его, оно максимально простое, которое вы ждали долго, вот. Я там делаю себе макияж, так что свайпай. Читаю комментарии к моему новому ролику, и вам всем так он понравился, я просто безумно счастлива, у меня лучший живот, потому что я ем виноград, голодный желудок, я не знаю, это можно так делать или нет. Так, в общем, кто не смотрел мое новое видео, обязательно посмотрите. Кто-то из вас написал там, что брови... Это... Сейчас. Брови... Они сестры, но не близняшки. Наверное, люди, которые на меня так и подписались, они не ожидали от меня такое видео. Оно как бы все бывает в этой жизни. Да. Кстати, виноград вкусный очень. Еще люди, которые написали, что видео последнего в Инстаграм, где я вас целую вот так вот. Это кривляние. В смысле, это любовь, я вас целую. Капец, сегодня день был сложный, я просто умираю. Да, а еще я очень хочу поменять лампочку эту дурацкую желтую на белый свет, потому что меня бесит. Какого фига? Это я снимаю вам истории со вспышкой на своем телефоне, ну, то есть вот со вспышкой в историях, типа там какая-то функция вспышка, я ее нажала, вот. И знаете, просто посмотрите на этот цвет. Ну, он опять-таки белый тут, но сейчас вам запишу историю без вспышки, и вы поймете, о чем я говорю. А вот, здравствуйте, без вспышки, как бы, желтуха, everyday, every year, every life. Если честно, разницы особо нет, но просто со вспышкой лицо светлее и качество как-то лучше. Ну, видимо, мне просто кажется.